Кто у нас такие чудесные лошадки? Кто? Пошел нахер! Я настоящий мастер обмана! Да ты даже смеешься, как папайрус, чувак! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Darkestville Castle. Вот этот вот маленький чувачок продолжает махать своим копьем. Да хренище ты опасный, я прям смотрю вообще. Товарищ Тирион Ланнистер, блин, ты слышишь, не сильно ли много о себе возомнил? Я сейчас-то копье сломаю, тебе в бачко запихаю, блин, прекрати. Ты понимаешь, что ты опасный, я рядом стою, ты можешь меня сзади. Короче, ладно, бесполезно его учить, он совершенно вообще самовольный маленький трендюк. Давайте, осмотрим. Куча костей с двумя милыми черепками наверху. Я даже догадываюсь, кто эту кучу костей тут оставил, да, Мангуст Ромер? Так, взять. Может, стоит взять косточку, но черепа трогать не стану. Вдруг укусит. Как же ты все-таки сыкло прям, я не могу. Ну хорошо, косточку взял. Я не могу. И говорить с этим он не может. Найтгроби, давайте осмотрим. О, слушай, надо переться, блин, этого я не знал. Так, я точно все проверил. Здесь, пожалуйста, куча костей и он, да? Теперь мы спускаемся. Найтгроби, вот. Запомните меня таким, каков я был. Великим и вовсе не лысым. Гонзо Смит. Доктор, юрист, путешественник, добрый муж, драконоборец и король западных земель. Без тебя группа поддержки неисправимых лжецов никогда уже не будет прежней. Я так понял, он был лысым, да? Вот это вывод, который мы можем сделать из всего этого. Грязная лужа. У меня есть дела поважнее. Некогда мне стоять и пялиться на грязь. Хотя это почему-то расслабляет. А взять можешь? Возьми грязь. Возьми грязь, чувак. Не думаю, что стоит совать грязь в карманы. Я уже так делал, и ощущения мне совсем не понравились. Ты дурак. Так, окей. Он может взять надгробие? Надгробие тяжело. Понятно, не может. Осмотреть, говорю. Чарльз, ты всегда говорил нам, несмотря ни на что, следуйте за своей мечтой. Жаль, что ты мечтал остановить грузовой поезд на полной скорости своим подбородком. Нам будет тебя не хватать. Тут просто, знаете, кладбище гениев, гениальных людей, такие все молодцы. А ну-ка это возьми. Мы никогда не забудем о тебе. А. Дилда, что вечно как. Я прочитал Дилда. Дилда, мы никогда не забудем о тебе. Надгробие тяжело носить с собой. Думаю, кто-то так пристрастился к своему Дилду, что решил его похоронить с почестями. Так, а ну-ка. Ого, слушайте. Тут их до хрена просто. Ну-ка, давайте-ка. Дядюшка Тим. Ты был прекрасным человеком. На твоем примере мы узнали, что не стоит смешивать приверженность простым маленьким радостям. Да. Да. Вот еще вот этому бы насчет копий бы узнать. Тебя будут помнить за изумительное сходство с братьями. Не только за внешность, но и за беззаботное обращение со взрывчаткой. Эй, что, все взрывчатые, что ли, тут здесь покоится один из тройняшек Бенсонов. Тебя будут помнить... Ба-ба-ба-ба-ба, стоп. Здесь покоится... А, понятно, они все одинаковые, я выкупил. Это так. Кладбищенский склеп. Ага. Внутри слишком темно, а ступени очень высокие. Ужасное сочетание. Или прекрасное сочетание, если вы собираетесь сбросить кого-нибудь с лестницы. А ты не думал сходить туда? Сходи, посмотри, что там. Очевидно, склеп. А как... Ау. Ау? Ау. Склеп не отвечает, ребят. Представляете себе? Тут была птичка. Вот она, смотрите. Ей, наверное, надо дать орешки. Не могу дотянуться. А, так, а если орешки смешать... Нет, спасибо. С чем-нибудь... Нет, спасибо. Блин, да ну! Ну, чувак, ну... Я так... Старый плащ, положи орешки, в конце концов. Ты что тут делаешь посреди ночи, дружок? Ясно. Похоже, ты по своей натуре сова. Нормальная шутка. Так, оказывается, с ним даже можно потрендеть маленечко, да? Ну, прикольно, что. Тут какая-то ловушка у нас, но мы не знаем какая. Может, орешки на ловушку положить? Птичка, цып-цып-цып-цып. Неужели? Все-таки я был прав. Все-таки... Так... Зачем? А вот теперь... Ой, какой ужас. Тут взрывной заряд. Ну что ж, ожоги третьей степени научат этого голубя ничего не брать у незнакомых. Какой же ты мудак. Слушай, так, хорошо, подождите. Перышко, да? Взять. Почему бы и нет? Еще 2 миллиона таких же, и я смогу сделать себе новую подушку. Да, еще 2 миллиона взрывчатых веществ на скамейках. Пропавшая скамейка. Подождите. Тут раньше была скамейка. Это я заметил, да? От скамейки. Ничего не осталось. Я не могу. И говорить не могу. Хорошо, у меня есть перышко. Нахрена? Давайте перемешаем перышко со всем, что у нас есть в инвентаре. Я уже это делал, как бы.
со всеми предметами, то есть я уже все везде пробовал перемешать, ничего не перемешивать. Хорошо, перышко, у нас есть перышко, да? На карту мира. Давайте, значит, подумаем. На городскую аллею пойдем. Сейчас еще что-нибудь... О, здорово, Руфа! Кстати, тихо, стоп. Я когда на монтаже... Когда на монтаже смотрел, вот еще можно бочку тут. Ага, ну возьми его. Он слишком запутанный. Ну, в смысле, а что ты хочешь от меня? Ну, распутай, блин, растворитель для клея. Это не нужно. А ну, кинь туда. Понятно. Нежелательно. Кость, слушайте, кость. Я не могу использовать здесь кость. Почему? Ты что, тупой, что ли? Используй кость. Это собака, ей нужна кость. Мусорный бак среднего размера. А, надо кинуть кость туда. Что-то... Ла, проклятая. Что-то не работает. Что ж тогда делать-то, подождите. Вспомнил. У меня же вот здесь вот в ванной, обратите внимание, шкафчик с лекарствами, он заклеен, да? Заклеен каким-то говном. Наверное, это должно сработать. Проверяем. Раствориитель для клея. Итак. Фух, слава богу. Окей, немножко продвинулись. Раствориитель для клея действительно быстро работает. Так, хорошо, и что там? Смотрим. Я думал, что мои самодельные лекарства внутри. Теперь, когда я об этом размышляю, мне кажется, что в первую очередь это то, что приклеила дверь шкафчика. Блин. С помощью злой липучки ужасно сложно управлять. Ух ты ж твою мать. Возьми что-нибудь. Возьми что-нибудь оттуда. Я не могу. Ты что хочешь сказать, что это все было зря? Самодельные лекарства теперь как вещами... О. Все анекдоты, в которых есть... И затем я ушел за снотворным, просто отличнейший. Чё это? Чё ты там нахрен взял? Таблетка снотворного. В блистере осталась лишь одна таблетка. А, это таблетка снотворного. О, слушайте, есть идея. Таблетка снотворного, смотрите. Надо отдать ее как-то, наверное, той старухе. Или кому? Или, может, нет. Может, пьянице. Или старухе, или пьянице. Короче, кому-то надо отдать таблетку снотворного. Сейчас будем пробовать. К примеру, вот на городскую площадь. Может быть, ему. Потому что он как раз тут бухает вовсю. И, возможно, надо, чтобы он уснул. Или не ему, или... Так, давай-ка. Я не могу использовать с этим. А чё? Нормально, по-моему. Замечательно будет. Давай, используй. Так, таблетка снотворного. Меня так... Может, меня... давайте опять. Меня... Совсем подряд. Не-а. Нет, спасибо. Я... Понятно. Хорошо, ладно. Пробуем тогда с тетушкой. Она там, значит, в дом мэра, да. Она же охраняет проход к мэру и не дает нам к нему попасть. То есть мы, по идее, можем дать ей таблетку. И как заставить ее выпить? Я не могу использовать с этим снотворное. Не, это что-то не то, погодите. Обратился за помощью к комментариям у себя под видео, под прошлым. Оказывается, я вот не взял трость. Давайте ее возьмем. Все время я проходил мимо нее. У джентльмена нет лоска, если у него нет такой трости. О, да, слушай, ты вообще, ты джентльмен, должен потрясать, посмотри на свою рожу. Так, окей, значит, понеслась. Сейчас мы возьмем эту трость и используем ее на собаке. Где там собака, собака? Карта мира. Собака у нас находится вот здесь в углу, по-моему, да? Городская аллея, пожалуйста. Трость на собаке. Я не знаю, как это сработает, сейчас посмотрим. Тот чертов пес охраняет округу. Чё-то не понял. Чё-то я не понял. Погодите, а может... Сейчас. Сейчас разберемся. Сейчас быстро. Нет. Быстренько разберемся. Да твою мать! Какого ж хрен-то тогда? Ну-ка. А, о как! Все, я понял. Дверца конуры, и надо тростью. О, железным прутом, наверное, да? Точно! Точно! Отлично, ну тут легко было догадаться, конечно. Так, хорошо, все, теперь собака. Выкуси, собака. А, отлично. Прости, ничего не слышу. Да, можешь себе. Сладок вкус победы. Кстати, раз уж мы об этом, зачем я вообще сюда пришел? Ни малейшего представления не имею, чувак. Так, бочка, давайте. Взять бочка. Он слишком... А, да, тут ничего. Хорошо, взять мусорный бак. Среднего размера. Одному мусор, другому сокровище, да? На этот раз все совсем не так. Ну, мусор, наверное, тебе, учитывая твое везение. И чего ты ждешь? Тут... Не знаю, чувак, чё? Я не могу говорить. Ладно, хорошо, хрен с ним. Все это пока не важно. Мусор и мусор. Давайте... О, вот, почта. Почтовый ящик. А ты знаешь, что читать чужую почту преступник? Ты ж злодей! Шучу. А. Окей, слава богу. Обманул меня. Так, что еще? Деревянный мусорный бак. Похоже, кто-то из местных съел одного из моих гигантских цыплят-мутантов.
А он не боится там радиации или еще что-то в этом роде? Я ногу гигантского цыпленка-мутанта. Пригодится, чтобы спинку почесать. Ну, обычное дело. Я сам всегда так и чешу спинку. Тут ничего удивительного. Ты, я бы думал удивить меня этим. Ха! Ничего подобного. Выйди как хот-доги. Тут написано хот-доги на любой вкус. О, это кто? Ведь жизнь мужик слишком коротка, чтобы волноваться о пищевых отравлениях. Да, с таким девизом далеко пойдем. Окей, я понял. Так, неудивительно, что эти лошадки такие сладенькие. Они едят столько сахара. О, лошади! Я не заметил. Так, я так что понял. Такое? Вы не хотите, чтобы я забирал ваш сахар? Жлобьё, а? Жлобьё парнокопытное. Я возьму пару кубиков. Ага, отсоси. Ну, ладно, всего два. Оп, нет, смотрите, разрешили, окей. Так, у нас есть два кубика сахара. Давайте, по старинке. Так... По старинке, нет, перемешиваем. Нет, все, нет, совсем. Так, нет. Ясно. А, окей, все, значит, Декарт подумал, интеллектуально, и просто провернул махинации только что, вы сами видели. А, лошади. Две самые милые лошадки на свете. Окей, теперь давай-ка... Носы у них как будто резиновые. Обожаю их гладить. Ну, погладь, посмотрим. Две самые... Слушайте, какой злодей? У нас такие чудесные лошадки, кто? Пошел нахер! Фургончик с хот-догами приехал в город пару недель назад. Ага. Тут неплохие хот-доги, если вы не против чужих волос в еде. Ну, у него, я так понимаю, там и из-под мышек, скорее всего, волосы попадаются, поэтому это совсем уж плохо. Так, фургончик с хот-догами, соусы для хот-дог. Различные... Ага. Я не могу их украсть, как вот у меня... я мог бы, если бы у меня был пистолет. Неплохая у тебя фантазия, слушай. Я так подозреваю, что вот это вот какая-то загадка вот идет. Просто вот соусы разных цветов. Это один соус намажен на жопу китайца, другой на жопу негра. Там определись, какой к какому подойдет. Или что-то в этом роде. Я не знаю на самом деле, но когда много разноцветных и элементов однородных в квесте, это всегда вот означает, что готовь свою башку к тому, чтобы мыслить очень долго. Это Педро, владелец фургончика с хот-догами. Человек, что странствует по миру. Человек без крова, человек без страха, человек без всяких представлений о личности. Это заметно. Да, это даже по внешнему виду видно. Лучше его не трогать. Ой, не то, поговорить. Привет. И тебе привет, Сид. Как твои злодейские дела? Охренеть. Ночка выдалась трудная. Дэн Типпет вызвал охотников на демонов. Че он там чешет? Охотников на демонов? Сраку мне они не нравятся. Никогда ничего не покупают. Удачи тебе. Отшпыляй хорошенько. Постараюсь. Это, я так понимаю, для этого парня люди и вообще все животные, звери, я не знаю, кто тут есть, они все делятся на несколько типов, точнее на два. Те, кто что-то покупает, и мудаки. Поэтому охотники на демонов относятся, сами понимаем, к какой категории. Педро, как твой бизнес? Невероятно. Невероятно хорошо или плохо? Плохо. У меня кончился особый соус маринара. Ага. Приходится заменять его новым чернильным соусом. Чернильным соусом. А он никому не нравится. Бенди надо позвать. Обычные чернила. Потому что это они и есть. А что насчет других твоих соусов? Это просто муляжи, создающие иллюзию выбора. Отличный фокус, правда? Навалден. Знаю, знаю. Я гений. Можешь даже не произносить это вслух. Я настоящий дьявол Марк. Ты мой кумир, чувак, просто в злодействе. Можешь дать мне немного своего чернильного соуса? Он мне нужен для хот-догов. Видишь ли, хот-дог без соуса совсем не так хорош. Но давай сделаем вот что. Я отдам тебе его весь, если поможешь мне приготовить соус маринара. Что для этого нужно? Что-нибудь с особо утонченной ноткой. Да? Например? Даже не знаю. Что-нибудь, что воняет как надо. Тут полно мусорных баков, чувак. Какие проблемы? Один хот-дог, пожалуйста. Принято. Ой, постой. У тебя прикинь. Нет денег, да? Я ж злодей, зачем мне деньги? Прости, я все отбираю. Бизнес. Я не могу дать тебе бесплатный ход. Вот отстой, а. Ты принимаешь зло-кредитки? Прости, дружище, только наличку. Слушай, твои зло-кредитки принимаешь только ты. Понимаешь, во всем мире уже. Прекрати ты втюхивать гением злого маркетинга свои сраные зло-кредитки. Разве у тебя нет сейчас особых предложений? Есть. Купи наш хот-дог и получи до двух болезней бесплатно. А! Звучит кошмарно. Можно хотя бы их... Нет, они случайно. Это лотерея. Но это часть веселья. Понятно. Пока. До скорого. И помни, мы открыты всю ночь напролет. Значит, ему надо что-то, что воняет как надо. Старый плащ. Эй, да это... Чё, серьёзно? Первое, что увидел.
пахнет идеально. Окей. Но прошу, держи все в тайне. Хорошо. Не хочу, чтобы другие начали копировать мой секретный соус. Да-да-да, постараемся не достичь этого. Можно забрать твой чернильный соус? Ну, конечно. Теперь он мне больше не нужен. Все, зашибись. Итак, у нас есть чернила. Смотрите, у нас есть чернила. Мы берем и обмакиваем, значит, перышко в чернила. Отлично. Теперь у меня есть перо и чернила. Это 100%, это очевидно. Дальше... Огромная цыплячья нога. Слушайте, до меня, кажется, дошло. Нам же нужны следы великого пирога Раптора. Ага. Окей. Так, давайте, все-все-все, я, кажется, понял. Смотрите, ну или я, может, не понял прям полностью. Но я примерно представляю себе. Давайте мы сейчас выйдем отсюда. И пройдем, пожалуй, куда? Пожалуй, пройдем, наверное... Кстати, между прочим, я тут канат какой-то могу подцепить как-то или что? Может, тростью? Я не могу. Не можешь, да? А костью? Я не могу. И костью не можешь? Да что ж ты такой бесполезный-то кусок? Ну ладно. Хорошо, смотрите, на карту мира. Так, 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 так. Городская аллея? Нет, не городская аллея, боже, что я делаю. Кладбище. Нам надо на кладбище где-то, где-то... Вот на земле. Грязь, 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 точно. Огромная цыплячья нога, давай. Сработает, по-любому. Ставлю-ка я пару следов этой куриной лапой. Минутку. Мне потребуется немного времени. Окей. И он ничего не заметит. Теперь вся грязная. Выброшу-ка я ее. Ну, окей, без проблем. Теперь мы говорим нашему товарищу обратиться. Что? Следы великого пирога Раптора. Отдавай ключи, мудак. Или что-то в этом роде. А то я тебе сделаю порез на второй щеке. Будешь вообще красавчиком, симметричным просто, идеально. Привет. Так, как ты знал меня, что делаешь насчет демона... О! Поспеши, я только что видел великого пирога Раптора. Только взгляни на его следы. Прости, приятель. Да вон же! Чё? О, господи, так это правда. Ура. Прямо в склеп. Наконец-то ну, ты попался, яблочная да, ты гадина. Какие-то точечки там. Все, ребята, сейчас. Сейчас он пойдет в склеп. А что дальше-то? Ну пойдет он в склеп, а в склепе ни хрена. Надо будет запереть его там или что? Сейчас посмотрим. Короче, он идет, он направляется. Заходи, не бойся, все нормально будет. Похоже, склеп пуст. А если ты снова его здесь увидишь, скажи. Ага. Так а ключи ты мне теперь отдашь или как? Обратиться. Привет. Как дела? Как дела? Твои друзья сказали... Должно быть это какой... Я точно... Не допоняла. Да чтоб тебя... Великий... Наконец... А, смотрите. Короче, я понял. Нам надо как-то сделать в склепе великого пирога Раптора. Нам надо как-то сделать вид, что он там. Чё за хрень? Ну-ка, подождите, сейчас попробуем. Я не понимаю. Уже склеп. Ну ладно. А, склеп. Это кладбищенский склеп. Внутри слишком... Да, это все понятно. Взять. Не, ну взять он его не сможет. Взять. Надо какую-то рожу туда страшную поставить или чё? Многие все еще падают с лестницы склепа, но только в те дни, когда я натираю бортик воска. А, вот оно, наверное, чё? Воск нужен. Нужен какой-то воск. Смотрите, значит, прокладываю сначала. Внизу и катились по лестнице склепа. Да. Поэтому директор кладбища решил установить да. этот деревянный бортик. Вот этот корень, да? Все еще падают с лестницы склепа. Все, я понял, нужно натереть бортик воском. Так, чувак, мангуст, где воск? Где сраный воск? А может мыло сработает? Оно ж тоже скользкое. Че бы нет? Давайте попробуем. Осталось дождаться, пока кто-нибудь... Да! Есть! Твою мать! Я уже все... Я не знаю, серия идет уже 45 минут практически. Ну, сейчас скажу точно. А, 38, ну немножко меньше, но тем не менее. Все равно до хрена. Слышь, иди там, пирогораптор, мать твою. Обратиться, козел. Иди уже, сверни себе шею. Заманал. Так. Привет. Привет, привет, нормально. Великий пирогораптор в склепе вперед понеслась. Сейчас он споткнется, упадет, свернет себе свою братаромеровскую шею. А мы заберем у него ключ, правильно? Давай, тык-тык-тык-тык-тык, какой боевой малыш, вы посмотрите на него, он идет воевать вообще. О! О! Куда? Это ключ? Я настоящий мастер обмана. Да ты даже смеешься, как папайрус, чувак. Давай-ка взять кошелек. Отлично. А что, он там заночует? Он теперь жить будет в этом склепе или что? Или он уже не проснется? Его там и похоронят или как понять? Ну окей, мы, короче, берем кошелек. Давай, хватай.
Это теперь... Я первый увидел. Конечно, да. Я нашел в кошельке ключ. Отлично, отлично, замечательно. Ключ Ромеро. Теперь нам надо каким-то хреном получить еще два... В кошельке нет денег. А нахрен он нужен? Красть так весело. Замечательно. Ну давайте, а мы можем сейчас просто для как бы красивого завершения просто пойти и открыть нахрен вот дом мэра. Взять и ключ этот использовать. Вот подходим. Так, ключ, пожалуйста, применить. Понятно, это, видимо, не то. Смотрите, мы, наверное, можем теперь пойти в бар. Где бар? Бар. И показать ключ этому. Что, типа, вот видите, он дал мне ключ. Смотрите, ваш маленький вот этот карлик. Ну-ка. Если я это сделаю... А, понятно, так не работает. Ну окей, ладно, короче, давайте на этом пока заканчивать. Продолжим в следующий раз. Разберемся как-нибудь с чем-нибудь. Со всем вот этим вот, да. Игра сложная, квест сложный, мозгодробительный, но я постараюсь. В любом случае, если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.